Творчий дуэт Тамары Лисицкой и Игоря Полякова уже добра знакомы жыхарам Гомеля. Ободва письменники и поэты. Тамара, акрамя гэтага, з'яўляецца телерадиоведучай, а Игорь – режиссером. Год тому яны уже наведвали город над Сожем. Тады у вазе гомельских читачу была представлена новая оповесть Игоря Полякова «Просторы» и три уже выдаденные книги Тамары Лисицкой. Мы хотели бы еще раз вернуть людей в мир олдскульных, простецких таких ходов, как чтение книг, но при этом с использованием современно новых технологий. На гэты раз столичные гости приехали с новой программой. Сами авторы называют ее выступлением в формате 5D. Творчесть двух литераторов подадена как одинное целое с допомогой музыки, танцу, вида, мультипликации и моноспектаклей. Год там уже отъездили, да, с предыдущей программы как-то людям было интересно, людям нравилось. То есть мы уже опробировали, в принципе, этот формат. И люди были удивлены тому, что каждый это раз это было удивительно. Да. Это было необычно для тех, кто просто привык читать. Попуры из нескольких жанров вылилось у музычно-литературную программу под названием «Мужчина и женщина. Осеньский марафон». Гости мероприемства могли задать авторам пытания, отрымать книгу с их автографами и почуть урывки твора, у тем лику самых опошних. У гэты вечер был презентованы первый сборник вершу Тамары Лисицкой «Богиня або плач домашней господыни». После премьеры у Гомеля эта программа будет продемонстрирована жыхарам Минска. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».